Всех приветствую. Решил сегодня вот протестировать аккумулятор, который вот недавно собрал. С 18650 ликотала. В режиме зависания он показал 42 минуты. Безветренную погоду. Посмотрим, что в полете будет. Ну, ветра тоже как бы сейчас особо нет. Там 4 метра в секунду. Будем летать до упора, посмотрим, сколько и по километражу, и по времени он вытянет. Слогов не стал накладывать как бы изображение, потому что у меня получился этот полет на два разбился. Я вот в середине, если заметили, вышел обратно в меню, чтобы показывал, начало отображаться напряжение под уровнем заряда. Вот напряжение, оно включается, если выйти из приложения, заново зайти. Соответственно, у меня разбился. Ну, получилось там 17 километров общая дистанция полета, продолжительность 35,5 минут. Ну, как бы это беспрерывный полет в режиме нормал. То есть на 35 минут можно рассчитывать. Честно говоря, это как бы много уже, ну, надоедает летать, уже пальцы болят просто. На стики давить. Если таких пару батареек сделать, то, ну, это как бы хватит точно. С таким же результатом можно купить аккумулятор с Habsan Zino Pro Plus. Он будет, ну, вот этот дрон будет на нем летать, то есть и Zino Pro будет, и вот Zino H117 тоже на нем будет летать. Порядка 35 минут он тоже вытянет, но стоимость его почти 6 тысяч, там 5700, 5800 с Китая, если заказывать. А стоимость этого аккумулятора 1700 рублей получается. Так что вместо 6 тысяч можно таких 4 собрать. И посчитайте, сколько можно отлетать. Там 140 минут на них. На 6 тысяч рублей можно летать 140 минут за раз. Единственное, что нужно зарядку, конечно, купить. Но как бы это не проблема. Вот смотрим, видео это 8 раз ускорено. Сколько уже кругов я накрутил. Ну, в общем, результат я, в принципе, озвучил. Это 17 километров 35,5 минут. Кому интересно, досматривайте. Все, всем пока.